парке и скверы Харькова украшают цветами. На одной из клумб выкладывают цветочную композицию с портретом Тараса Шевченко. Робинзон ТВ поинтересовался у харьковчан, какой вариант цветочной композиции предложили бы они. Знаю, что-нибудь, Харькова, да, типа. Что-нибудь связанное с Украиной, Харьковом, что-нибудь попатриотичнее. Сейчас актуально будет, наверное. Карту Украины, наверное. Гитара. Можно было бы еще, ну... Скрипичный ключ. Футбольный клуб «Металлист» выложить, эмблему. Ну, можно какого-нибудь другого поэта украинского выложить, чтобы люди знали, что у нас есть не только Шевченко, а и Франко или Лесь Украинка, к примеру. Карту Украины можете выложить с Крымом обязательно. Да. Ну и все, можете мой портрет выложить. Какой-нибудь символ какого-то вида спорта, к примеру. Mm-hmm. Футбольный мяч, баскетбольный, бейсбольный. У меня много вариантов. Наверное, я бы хотел увидеть какой-то символ новой Украины. Я не знаю, возможно, это не герб Украины. О, возможно, это не малый герб Украины, а, возможно, это большой герб Украины, где изображены там по бокам еще казаки. Вот, наверное, такое я бы хотел бы увидеть. То это должно что-то символизировать, символ города Харькова. Допустим, я из города Донецка, у нас символ города – это роза. И, в принципе, как и цветок, как его можно и выложить. А в Харькове, ну, должно что-то быть тоже именно колоритное, что символизирует сам город Харьков. Например, сделать там картинку для деток. Тоже было бы неплохо, если там с мультяхи какого-нибудь. Главное, чтобы больше было цветов. А выкладывают у нас прекрасно. Ну, портрет каких-то деятелей, наверное, украинских. Фигуру, да, там красиво. Что это танцевально, знаете, как... Ну, в движении замерли и фотографируют тоже красивые тела там. Ну, да, интересно было бы. Я бы хотела, чтобы была бы картинка волка, допустим. Еще хотелось бы, чтобы... Была бы доска, посвященная именно Шевченко, его портрет, Пушкину. Марине Цветаевой, вообще поэтам. У меня предложение есть. Какое? Не насчет цветов, конечно. Установить мемориальную доску майдановцам. Выставить в линеечку, ну, рядом друг с другом все наши достопримечательности нашего города.